Здравствуйте! Вас приветствует компания Батискаф. Меня зовут Александр. Сегодня представляю вам новинку от компании Submersible Systems. Собственно, Spareer. Новенький Spareer. Вот так вот он выглядит. Называется HEAD 3. Helicopter Emergency Egress Device. Вот такой вот маленький баллончик на 0,28 литра. С манометром. И, конечно же, с отдельным шлангом и первой ступенью. То есть теперь вам не надо дышать прямо из баллона. Баллон висит у вас на BCD-шечке. Дышите из ступени. Всего одна первая ступень доступна вот с таким вот баллоном. Здесь накручен настоящий регулятор. Из нового имеется плюс еще отдельный манометр. Значит, и рычажок подачи воздуха. Это у нас заправочное отверстие. Это манометр, который показывает, собственно, давление в баллоне, сколько там воздуха сейчас находится. Крутилочка. Ну и, собственно, ступень. Весь воздух я, наверное, выпустил уже из него. Ну, давайте попробуем. Откручиваем. Появляется давленице. Есть. И пробуем дышать. Дышится отлично. Напоминаю вам, что компания Spareer использует полноценные регуляторы сбалансированные, которые хорошо работают на любой глубине, дают легкий вдох, в отличие от их китайских конкурентов, в которых дышать вообще невозможно. Покупайте только оригинальную продукцию, если вы действительно хотите сохранить себе жизнь. Этот продукт не предназначен для баловства, это резервный дайверский баллон. На этом, пожалуй, все. Есть в нашем магазине Батискаф еще всякие новиночки от компании Spareer. Скоро-скоро выйдут на них обзоры. А кому интересно больше, всех вас ждем в наших магазинах Батискаф. Приходите, либо делайте свои заказы на нашем сайте batiskaf.ua. И не забывайте, конечно, подписаться на наш сайт, на наш YouTube-канал сайт. Для того, чтобы не пропускать новые обзоры, новинки магазина Батискаф, ну и, конечно же, наши шикарные акции. На этом, пожалуй, все. До свидания.